Еврокубков. Но есть матчи Кубка России, есть матчи чемпионат у Дженуа. Кстати, в чем-то похожая схема. Но, тем не менее, понимают, чувствуют друг друга футболисты Ювентуса. И вот какие комбинации они здесь раскручивают. Здесь Бернардески был груб. И Гамотта, главный тренер Дженуа. Нет положения вне игры. Здесь без забросов, передач, диагоналей, длинных передач. Все три мяча за Дженуа забили футболисты, вышедшие на замену. Образня в том числе. Ох, какая классная передача на Пинамоти. Удар с острого угла. Ювентус в минувшем туре потерял очки в матче с Лечи. Довольно неожиданно. Пробил куда-то параллельно штам. Ругани на левый фланг. Это Сандро. Сандро гол. Он всегда идет на мяч, когда ему следует передача. Например, забил превосходный мяч в ворота. Туда подавать, поэтому через паузу навес. Подбор за Дебалой. Удар с левой ноги под перекладину. Раду. Вытаскивает мяч Йонус. Ну. Подачу делает хорошую. Мяч выбивает. И в нужный момент, вытянув его на себя, нужно оформить такую передачу в касание. Но здесь довольно странно располагались футболисты Джен. Ну, что значит тоже Касату. Касата на фланг. И дальше идет заброс. Играет головой Ругани. Ну и, конечно, Банучи. Подача. Отлынивают от этой работы оборонительной. Они там не нужны особо. Матюиди тоже. Такая попытка прорыва. Подача Шоне. Момент. И Сапата. Бил головой. Он это делать умеет. Неделя. Юве играет в Лиге Чемпионов. А продвижение вперед. Нужно побороться за... Классная передача на Квадрадо прошла. А вот Дибала передачу без взгляда исполнил. Нашел где. На своей половине поля. Ну ладно. Имеет право. Анкерс. Хорошая игра на опережение. Опять не получилось проникновение штрафной. Здесь Пандев так тяжело набирал скорость, что в итоге задел ногу соперник. Потому что, конечно, посреди недели Мэ и Пандев. Все трое, кстати, сегодня в стартовом составе. Нарушение правил. Не прав был Квадрадо. Дори у Бреши со спалом по 7 баллов. Что такая компания неприятная. Дается через правый фланг. Подача. Это передача на Пандева и удар. Заковырялся как-то. Притормозил Пандев внутри штрафной. А почти не появлялся в стартовом составе. Удары издали. Ближний угол. Здесь мяч накрывает Раду. Криштиану Роналду. А, рвется вперед. Ставит корпус и не забивает. Казалось бы, уже изначально проигрышная ситуация. Вдохнуть. Заброс в сторону Квадрадо. Сказывают итальянцы третий угловой. Подача. Ошибка и гол. А вот здесь уже Раду допускает грубейшую ошибку, которая превращается в гол Леонардо Банучи. Лев Лео, как всегда, пытается выгрести эти мячи на стандартах. Его первый гол в текущем сезоне. Ну и важно, наверное, чтобы молодой тренер не заиграл. И сыграл, во всяком случае, по счету так и получилось. 2-1. Здесь нарушение правил очевидно, да. Тут уже Криштиану Роналду и такое бывает, правило. Тот, который был у Банучи, хотя, конечно, как мы знаем, голы не пахнут. Ну а здесь Ругани получает желтую карточку. Дженуа срабатывает. Внимание! Куаме! Гол! Это гол! Кристиан Куаме! Ничего себе, кочеришка! Это что такое было? Он в кого бутсу там воткнул? Кто вылез из-под газона? Как он это исполнил? Ну и Джиджи Буффон начал заваливаться. Да и ты на самом-то деле всем показалось лучшего бомбардира Дженуа. Это его пятый мяч в сезоне. И датчанина. Внимание. Хорошая точка. Удар. И тоже был момент, связанный с прессингом. Правда? Я! Подача. Кричит «Я!» Проходит мяч. Скорее вопреки зоне. Неужели нарушение правил? Один. И Ювентусу нужно все сначала начинать. Дальше еще Агудела.
Вот тоже можно причислить. Это на Куаме, еще одна подача. И удар! Тем более, да, на фоне голевой ошибки. Правда, она была немножко другого формата, после стандарта. Здесь его поддавливали, и ногой он здорово сыграл. Тут Пина сыграл на перехвате и не замедлил с передачи. Правда, вот он ее отдал, а Дибала оказался одинок в сражении с тремя соперниками. Вторая желтая и красная Касати. Вот так. Два раза сфалил там в течение трех минут на Дибале и получил желтую. Здесь идет на подбор. Следом подбор за Бентанкуром. Какой прорыв по левому флангу. Подача. Очень хорош, когда дело касается вот этих резких разворотов. Отдается мяч Дибале, когда он в полоборота к чужим воротам или спиной. Дальний удар и попадает Ругани в, собственно, порт. Вновь прессинг, но сейчас уже с нарушением правил. Это красная карточка в руках главного арбитра. И кому же мяч сохранил? Опять развернулся удачно и пас сделал. И опять подставляется под фол Пандев. И фалит Ругани. У него же желтая Тиаго Мотте. Дальний удар. Еще один будет. Не зря получил прозвище в РДВ Роналду. Тот аккуратнейшим образом принимает удар от Дибалы. И спокойно этот мяч вылавливает Йонус Рату. Слушайте, ну Данило, Демирал, Дешильон, полузащитники Джан, Рабьо. Дуглас Коста есть. Аарон Рэмзи. Аарон Рэмзи. Игры. В каждой, кстати, он вышел стартов в составе. Ни одну из них не доиграл до конца. И гол он забил, кстати, в дебютном матче в игре четвертого тура. Правильно им нарушил, но по принципу преимущества оставляет мяч в игре как опорник. Агудело тоже рядом. Надо выброситься. Дальний удар. И угловой. Оказывается, было касание чьей-то ноги. Казалось, уже замахнулся, будет бить. Но в итоге выдал передачу на Квадрато. Прострел. И еще один угловой. Ну же. Дибала. Самый опасный, наверное, сейчас. И... внимание! Удар в одно касание от Дибала. Здорово разыграно. Здесь похвалим Бентанкур. Идеальное по аккуратности. Криштиану Роналду перед штрафной. Серия замахов, и он падает. Это пенальти! Он все-таки успевает заработать пенальти! Или спустя минуту он заработал пенальти и сам его реализовал.